В спортивно-зрелищном комплексе «Звездные» несколько минут назад закончилась встреча в рамках Суперлиги Пари-матчи на поле «Астраханочка» и московская гандбольная ЦСКА. Итоги игры узнаем мои коллеги Анастасии Лонькиной. Анастасия, здравствуй. Как впечатление от матча? Кто выиграл? Здравствуй, Екатерина. Да, матч уже завершился. И завершился со счетом 29-27 в пользу «Астраханочек». Сегодня играли с московской командой ЦСКА. Она сформировалась буквально перед началом этого сезона, но уже претендует на лидирующие позиции в чемпионате. Там играет Наталья Чигиринова, которая ранее выступала за «Астраханочку». Игроки очень опытные и знаменитые. О том, как наши игроки готовились к сегодняшнему матчу, мы узнали у Анны Кайнаровой. После первого тайма мы отлично держимся. Я думаю, мы сможем победить их, потому что все мы равны, как говорится, на площадке. И верим в победу. Итак, сейчас у ЦСКА 24 набранных очка, 12 побед, 4 поражения. Они занимают третью строчку. У «Астраханочки» на одну сыгранную игру меньше. И 20 очков, 10 побед, 5 поражений. Мы располагаемся на 5-м месте. Следующая игра состоится 14 февраля. И «Астраханочка» будет играть с ростовской командой. Екатерина. Настя, тебе большое спасибо. Поздравляю наших девушек и желаю им победы на следующей игре.